Профессионал айдавчы олмақ үчін нелер япмақ керек ве насыл висихалар керек олғаны шымды бер-абер оглины жекміз бізім студиямызда мұсафыр енді болына. Иван Новиков автомектепнің реверы. Салям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Взаимно. И наш первый традиционный вопрос. Как начинается утро? Поскольку вы представитель автошколы, как начинается утро водителя? Отличается ли оно... Учителя водителей. Да. Ну как, конечно, отличается. Думаешь, как бы собраться, завести автомобиль, подготовить его к рабочему дню. И все, и дальше. Точно так же, с 7 утра. Ну, сейчас-то, в принципе, уже весна, пришла, машину греть долго не надо. Не нужно, но все равно. Угу, хорошо. Чистая, красивая, к рабочему моменту готова. Угу. А, давайте непосредственно перейдем к теме автошколы. Расскажите поподробнее про автошколу, я так понимаю, Микс. Да, автошкола Микс. Она была создана моим дедушкой. Ого. И была создана еще в 91-м году, это самая первая частная автошкола в Крыму была. Угу. Вот. Сначала он работал с другой школой совместно, даже с учкомбинатом, можно так сказать. После этого в 94-м году она уже стала самостоятельно полностью школой. Вот. И до сих пор работаем, и работаем очень продуктивно. Школа на очень высоком уровне по качеству обучение по качеству подготовки кандидатов в водители. То есть это показывает результаты экзаменов, очень большой процент сдачи. И вот как бы... То есть можно сказать, что вот это водительское мастерство у вас с поколения в поколение, да, передавалось семье? Да, да, это у меня с самого детства еще там, с 2 лет. С 2 лет? Так рано еще никто не начинал. На коленках там садили, рулил, что-то трогал, коробку передач, лапки всякие, педальки. Да, ну а сейчас, да, профессионально занимаемся и... А со скольки лет начали водить? Конечно, мы знаем, официальный возраст, с которого можно начинать водить, это 16 лет, да, если я не ошибаюсь? Нет, вообще официально можно водить, это 18 лет. А вы помните, со скольки вы начали водить? Уже умели именно? Умел именно водить? Ну, я точно помню, во 2-м классе я уже свободно ездил. Во 2-м классе? Да. 2-й класс – это приблизительно 7-8 лет. Там, да, обычно даже еще до педалек вроде бы не дотягиваются. Ну, это такое дело. Подушечки все дела. Да, да, это уже просто готовили. Угу. Очень интересно. В автошколах я знаю много различных автомобилей, много интересных учителей. Вот это все нам очень интересно. Как вообще проходит обучение? И самое главное, какие требования к человеку, который пришел обучаться в автошколу? Каким критериям он должен соответствовать? Какие документы иметь при себе? Да, как бы автомобили в данный момент, как у нас, разные абсолютно, разноклассовые автомобили, от вазовских автомобилей до последних новых иномарок, там, 15-14 года. Потому что мы стараемся сделать так, что после выхода с автошколы человек один может позволить себе купить «Ладу», допустим, а другой хочет ездить на автомате. У нас также такая услуга и есть. Вот. А по поводу того, что какие критерии нужны, в первую очередь, конечно, это нужно пройти медицинскую комиссию, шоферскую медицинскую комиссию, на то, чтобы был допуск к управлению транспортным средством по определенным критериям. Там определенный перечень врачей должны проходить, и после этого они будут допускаться к вождению. И если человек не может получить эту медицинскую комиссию, тогда он не имеет права вообще управлять транспортным средством по определенным критериям. Ну, вот разные ситуации бывают. Вот. Там нарколог, психолог проходится. И вот. И это самый главный критерий. Дальше, второй критерий, должно быть 17 лет. Ему. И если он в это время приходит на обучение, он должен иметь при себе нотариально заверенное разрешение от обоих родителей, если он хочет до 18 лет обучаться. Если родители разрешают ему обучаться и после этого сдавать экзамены в ГИБДД, тогда... А экзамены уже можно, нужно сдавать по тому, как исполняется 18 лет, правильно? Нет, можно, 17, можно и 17. 17 тоже. 17 лет можно сдавать экзамены. Но единственное, еще раз говорю, нотариальное разрешение от обоих родителей, от обоих именно. Если родители бывают разведены, то все равно нужно, чтобы оба родителя были. Вот. И получается так, ну, получение водительского удостоверения в любом случае при 18 лет. Сдать экзамены можно, отучиться можно, но водительского удостоверения будет получено в 18 лет. Вот такая вот ситуация.
Все понятно. Значит, это вот 18 лет по-любому, да? То есть даже в 17, даже если получили права, даже нельзя будет ездить. А их не получишь. Это никак невозможно. Выдадут только, если тебе исполнится 18. Это потом еще ждать, да, вот это вот все. Да, время. Это в любом случае. Ну, просто это из-за чего люди делают? Потому что сейчас как бы разговоры идут по поводу подорожания обучения, по поводу увеличения срока обучения. Люди многие переживают по поводу того, чтобы... Как бы как можно раньше начать обучение, чтобы раньше его закончить. Потому что человек имеет право закончить обучение, после чего он сдает экзамены в ГИБДД. И ему дают экзаменационную карточку, которую он прошел. То есть все экзамены, все три этапа он сдал. И он эту карточку потом приносит в ГИБДД и, грубо говоря, меняет на водительское удостоверение. Вы сказали по поводу сроков и стоимости обучения. Средняя стоимость обучения, средний срок? По республике Крым средняя стоимость. Где-то примерно 28-30 тысяч. И сколько длится обучение? Это без ГСМ, без топлива. А сроки обучения что входит? Мы знаем, что есть теоретическая часть и практическая. Расскажите об этом подробнее, да, пожалуйста. Есть теоретическая, есть практическая часть, да, это все верно. Срок обучения в среднем где-то 3 месяца. Потому что меньше... Это очень редко, а то еще получается так, 2,5-3 месяца, так срок обучения в среднем, после чего будут назначены экзамены в ГИБДД. Экзамены в ГИБДД могут быть назначены через неделю, через 2 недели после срока обучения. Соответственно, срок выдачи водительского удостоверения увеличивается. Вот. По поводу этапов прохождения обучения, да, сначала идет теоретический курс, определенный курс теории проходит, чтобы допустить к практике. После чего человек допускается к вождению, вначале он проходит, первые навыки вождения получает на закрытой площадке на автодроме, потом допускается к городу. Также есть практические обучения по медицине, по оказанию первой медицинской помощи, по поводу психофизиологических принципов. Вообще обучение есть. И получаются вот так вот разные. Важно ли иметь какие-то базовые знания, приходя в автошколу? Либо любой человек, не умея водить, вообще совершенно не держа руль в руках, может прийти и с нуля научиться этому? Да, это совершенно верно. Мне кажется, даже иногда лучше. Лучше с нуля, выучить, да, человека, когда он с нуля, чем когда его научили неправильно, он там у себя в деревне ездил или что-то. Как-то бывают такие ситуации, люди приходят, а потом просто управляют машиной похабно, можно так сказать, и управляют так вот, не понимая ситуацию на дороге. Вот это бывает еще хуже, потому что переучивать нужно, еще занятия 5 нужно потратить, чтобы его только отучить от этого всего. А вы сказали, даже лучше. Вы сказали насчет психологии. Да. Вот эти моменты, где они проявляются все-таки? Для чего вот нужны эти занятия именно по психологии? И если позволите, дополнительный вопрос. Вот вы сказали, что не только как бы водить, а вот и психологическое состояние. Какими качествами должен обладать хороший водитель? Это очень важно, психология, потому что человек... Управляя транспортным средством, должен понимать, что это все не шутки и что это очень такой момент повышенной опасности. Поэтому в некоторых ситуациях нужно действовать максимально быстро и максимально правильно. Ни в коем случае не подвергаться каким-то эмоциональным воздействиям. В плане чего? Что бывает, люди один другого не уступил, другому не уступил или что-то подрезал, тот начинает мстить, начинается какая-то непонятная гонка, потом драки, потом как угодно. Ну, всякое бывает. Да. Чтобы такого не было, мы должны понимать, что мы все люди, и мы должны в первую очередь думать головой. Вот. И очень многие ситуации нужно принимать очень быстро и очень внимательно. Например, некоторые люди, еще управляя транспортным средством, можно сказать, подвергаются своим... врожденным инстинктом, в плане чего самосохранения. Например, какая-то ситуация происходит, человек давит только на тормоз или крутит руль в противоположную сторону. Например, кошка выбежала с одной стороны, крутит в противоположную сторону от кошки, выезжает в это время на остановку. Но это не есть хорошо. Он должен четко принять решение, что и как. Нужно с этой стороны объехать так, чтобы потом не было последующих действий плохих. Поэтому это очень важно, чтобы человек понимал, что есть что. И по поводу управления транспортным средством, как по статистике ДТП, это чаще всего происходит от года до 3 лет стажа
водителя. Потому что до года человек думает, я еще не умею управлять транспортным средством, я еще не готов ездить быстро, я еще как бы аккуратненько так все делаю, вот как меня учили в школе, да, по правилам. Через год он думает, я уже мастер, я уже ас, да, суперводитель. И начинает лихачить, начинает непонятно, что вытворять на дороге. И вот как раз период от года до 3 лет стажа самое большое количество аварий. Потому что человек, еще не имея определенный опыт, не имея стаж, нужный стаж, он начинает думать, что он мастер. И все, и преувеличивает свои возможности, и получается ДТП. Что касается экзамена, мы прошли обучение, что нас ждет дальше? С каких этапов состоит экзамен, экзаменационная часть? Экзамен начинается, это еще в автошколе. В автошколе начинается экзамен, внутренний экзамен. В любом случае, как у нас в автошколе, должен человек в первую очередь пройти внутренний экзамен по теории. У нас критерии очень строгие достаточно по поводу сдачи, потому что мы стараемся сделать еще жестче критерии, чем в ГАИ, потому что когда человек приходит в госавтоинспекцию, он начинает волноваться, начинает нервничать, поэтому фактор страха играет, и он делает больше ошибок. Поэтому мы их выпускаем максимально так, чтобы человек вообще идеально знал все. И, как правило, вот у нас, вот если по поводу сдачи экзаменов, где-то из 50 человек, человека 2 у нас теорию не сдают. То есть именно большой процент сдачи достаточно из-за того, что очень жестко мы отбираем людей. Вот. Это по внутреннему экзамену теория сначала, потом идет внутренний экзамен по вождению на автодроме на закрытой площадке и после этого в городе. Вот. После этого допускается человек в ГАИ, также самый этап проходит теорию. Если теорию не сдает, то он до следующего этапа не допускается. После этого он сдает экзамен по автодрому, по закрытой площадке, после этого он сдает экзамен в городе. Ага, то есть, по-любому, вот первый этап, если не проходишь, все, дальше уже нельзя, нет. Дорога закрыта, или можно заново попробовать? Нет, заново попробовать, то есть пересдает тот этап, который он не сдал, потом сдает последующий этап. Все три этапа именно в ГАИ, внешние экзамены, он должен сдать в течение полугода. Если в течение полугода он все три этапа не сдает, то эти предыдущие этапы, которые он уже сдал, аннулируются. И он сдает все заново. Ага. А вы сказали то, что цена обучения около 30 тысяч без вот затрат на бензин. Да. Вот сейчас очень интересует, какие же затраты на бензин, сколько бензина нужно, чтобы откататься, отъездить, это все нормы, все правила. Примерно где-то 120 литров бензина, примерно. Угу. Это на человека? Да. Нет, на двоих. На двоих? Это такая приятная поездка с инструктором, да? Да. Ну да, с инструктором тоже ездит. В последнее время очень популярно среди девушек обучение. Да. И вообще вот все эти до этого шутки по поводу женщины за рулем, это не самое лучшее, не самое важное, не очень как-то эффектно красиво. Но сейчас мы на самом деле видим, что очень много девушек за рулем. И, как по мне, даже куда лучше водят, чем мужчины. В некоторых случаях, да, действительно. Ну, в некоторых случаях, да. В некоторых случаях, возможно. В некоторых случаях, да, в некоторых случаях нет. То же самое от человека зависит. Угу. То есть это никак не может... связано с полом? Нет, человека. Ни в коем случае. Многие девушки даже воспринимают намного лучше, чем парни. Бывает, что приходит человек, там, допустим, с математическим складом ума, другой с более практическим такой. То есть именно от человека зависит, поэтому девушки очень часто управляют транспортным средством, дают фору парням. Ага. А руль чаще отпускают все-таки девушки? Да. Девушки не отпускают, да. Руль. Вот по поводу отпускают, да, это есть такое. Я не отпускала. Были ли какие-нибудь курьезные случаи вот у вас? Ну, скажем так, не трагические, а, конечно, более такие смешные. Да, да, вот в плане отпустить руль. Да, было такое, это не один раз. Девушка тоже у меня, раньше я тоже преподавал вождение, было где-то. Первое занятие 6, мы с ней боролись. Я сначала, первое занятие практически проходило так в отдаленном месте, но потом я старался сразу в город выпускать, чтобы максимально быстро человек привыкал. Ну, конечно, все контролировал, все как было хорошо. Но если какая-то ситуация происходила, я, например, только таким грубым голосом, ну, то, что такое, говорил, почему не включил поворотик, она сразу бросала руль и опускала голову. Вот, и это происходило на протяжении где-то занятий 5. После этого я ее очень сильно наругал, выгнал с машины, сказал, все, больше не будешь ехать, садись рядом, я сам сел за руль. Вот она расстроилась очень сильно, и после этого она позвонила, извинилась, сказала, больше я так не буду. Почему я так сделал? Потому что ни в коем случае, вот по поводу психологии тоже говорили, человек должен принимать решение, не должен отходить от ситуации.
Угу. Ситуация бывает, когда он должен именно что-то предпринять. А то если отпускает голову... Либо это его, либо не его, да? Да, отпускает голову, это никуда не годится, машина попадет в яму и так же само врежется во встречное транспортное средство, или просто машина выйдет на встречку или на тротуар. Это не годится. Поэтому человек должен всегда, если даже кто-то посигналил, кто-то там покричал, что-то произошло, человек должен контролировать полностью происходящее на дороге. Иван, спасибо, мы вас благодарим за столь интересную беседу, спасибо, что нас познакомили с новыми тонкостями и правилами обучения вождению. В конце, по традиции, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? У вас сейчас есть такая возможность. Пожелать всего самого лучшего, чтобы все были здоровы и счастливы, и так как мы еще проводим мероприятия часто по безопасности детей на дороге, вместе совместно с ГИБДД, хотелось бы сказать, чтобы берегли детей и всегда помнили, что чужих детей не бывает, и понимать, что дорога – это все-таки серьезная штука, и нужно понимать, что за все несем ответственность окружающих. Все. Спасибо. Всего хорошего. А я нашим телезрителям хочу проанонсировать, что на следующей неделе мы ожидаем розыгрыш сертификата от вашей автошколы и Бузымтеле Сергея Рамазычунда Пекмирах Лаладях. Спасибо, что пришли к нам в студию. Желаем вам хорошего дня. Спасибо вам тоже. Бузысе девамы темыз, огде энмирахлысы йох, огде шымда арабалар ақында сюжет олмаджах, башқа бір шей оладжах. Да, доғырысы келін осуэле азбарда нелер олғаны, йолларда нелеріні беклемек керегіні огрене их, чөнке шымды? Шымды не в бетеке рубрика оладжах, ама мен да бір келет текрарлайым, хатырлатам мына, егерде яйнымызны келедек афта дихатлы сейретсеніз, кім біле белкеде сіз мына біле айдав жылық сертификатыны аладжасыныз. Яйнымыз девам өте енді сәт 8 яқынлаша, ұйықлап қалманыз, сабай яйны елі олыңыз.